Такой красивый вид из окна радует жильцов сегодня. Но вскоре горизонт может измениться кардинально. А местной детворе придется идти к соседям, чтобы погонять мяч. Здесь, прямо в центре спального района, собираются начать стройку. Прямо на месте детской площадки. И под угрозой теперь не только игровая территория и зеленые насаждения. Жители боятся, что в маленьком дворе теперь и вовсе не развернешься. А про отдых и вечерние посиделки можно будет забыть. Какой заезд к нам? Вы видите, какие здесь узенькие тротуары у нас? У нас утром пробки, чтобы выехать людям на работу, потому что один заезд и один выезд, тупиковый весь микрорайон. И все. Теперь вот это все вырубится. Все здесь котлован будет, здесь будет грохота день и ночь. Нам какой покой, здесь пыли будет. Выяснилось, что на площадке собираются строить магазин. Землю, как говорят жители, компания купила за копейки – 1 600 000 тенге. Придомовую территорию люди отвоевывают уже 3 года. За это время написали десятки заявлений, но везде получают лишь отписки. А вот в районном акимате заверяют – точечная застройка среди жилых домов законна. На этот земельный участок госакт имеется на 80 квадратов. На 80. Магазин будет строиться здесь, одноэтажный. Смета все есть у них. Вот только в новом магазине нет необходимости, говорят жильцы. Выбор, где купить продукты, у них большой. В округе целых 5 торговых точек. Из-за отсутствия покупателей многие даже закрываются. Вот здесь магазин был, вот здесь одноэтажное здание. Он закрылся, потому что там нету народу. Магазинов у нас вот здесь в доме, у нас вот здесь 5 магазинов. Нам этот магазин не нужен, понимаете? Сядут ли строители с жильцами за стол переговоров – большой вопрос. Никто из представителей компании здесь сегодня не появился. Потому вопросы и многочисленные претензии местные жители перенесли на бумагу. Петиция против строительства собрала уже 273 подписи. Рамина Макаримова, Валерий Таубалдиев, телеканал «Алматы».